Шаламов Варлам Тихонович. Кем был этот человек? Если вы не знаете его биографию, просто прочтите его колымские рассказы. Не все, хотя бы пару, и все поймете. Он прошел через ад и остался человеком. Это кроме того, что был талантливым журналистом, писателем и поэтом. Варлам Тихонович родился 18 июня 1907 года в Вологде. Отец Шаламова, Тихон Николаевич, соборный священник, человек европейского образования, не только служил в церкви, но и занимался общественной деятельностью. Он почти 11 лет провел на Алеутских островах в качестве православного миссионера. Отношения будущего писателя с отцом складывались отнюдь непросто. Сын часто не находил с отцом волевым и категоричным человеком общего языка. Мать, полностью поглощенная хозяйством, кухней, но любившая поэзию, наделенная душевной тонкостью, была ближе к Варламу. Ей посвящено его стихотворение, начинающееся так. «Моя мать была дикарка, фантазерка и кухарка». После революции семью священника Шаламова выселили из квартиры. В нее заселили городского прокурора. Впрочем, это обстоятельство не очень расстроило молодого Варлама. Он весь был устремлен в будущее и оставаться в Вологде не собирался. Для того, чтобы поступить в вуз, выпускнику Шаламову, которому учительница литературы предсказала будущее великого писателя России, нужно было получить разрешение завгорано, как сыну священника. «Ты не будешь учиться в вузе советском», – таков был ответ местного прокурора просвещения. В 1924 году Шаламов уехал из родного города. 2 года он работает дубильщиком на кожевенном заводе, но, зарекомендовав себя рабочим человеком, в 1926 году становится студентом факультета права Московского университета. 19 февраля 1929 года Шаламов арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Он был среди тех, кто распространял так называемое «завещание Ленина», его знаменитое письмо к съезду. Получается, это как социально опасный элемент 3 года заключения в лагерях. С 1929 по 1932 год Шаламов в вишерских лагерях. В Вишере у него зреет решение. Твердо решил на всю жизнь поступать только по совести. Худо ли, хорошо ли проживу я свою жизнь, но слушать я много не буду, ни больших, ни маленьких людей. Мои ошибки будут моими ошибками, мои победы – моими победами. В 1932 году Шаламов возвратился в Москву. В 1936 году в журнале «Октябрь» была опубликована новелла Шаламова «Три смерти доктора Аустина». Удивительно, что она прошла в печать. В ней шла речь о лагерях, которые появились на территории Советского Союза, как грибы после дождя. Видимо, цензоров ввела в заблуждение чужестранная фамилия главного героя. В январе 1937 года Шаламова снова арестовывают. Приговор 5 лет колымских лагерей. Потом эти 5 лет превратятся в 15. Заключенному Шаламову добавят еще 10 за антисоветскую пропаганду, которая заключалась в том, что он назвал Бунина, не принявшего революцию, русским классиком. Шаламов работал в забоях золотого прииска партизан в Магадане. Затем переболел тифом, попал на земляные работы. В 1940-1942 году работал в угольном забое. С 1942 по 1943 на штрафном прииске. Расчет властей был прост. Столько в колымских лагерях мало кто выживал. Жизнь Шаламову спас врач Пантюхов, которому удалось направить его на фельдшерские курсы при Центральной больнице для заключенных. По окончании курсов Шаламов работал в хирургическом отделении этой больницы. В 1951 году Варлам Шаламов был
освобожден из лагеря как отбывший срок, но еще в течение 2 лет ему было запрещено покидать Колыму. Он работал фельдшером лагерного пункта и уехал только в 53-м. Вернулся из лагерей Шаламов крайне больным человеком. Он старел. Нарушение координации не раз становилось причиной того, что на улице его задерживала милиция, как нетрезвого человека. Он жил в крошечной комнатушке в трехкомнатной коммуналке. Соседи часто были недовольны новым жильцом. В его комнате был беспорядок. Через все помещение были натянуты веревки. Держась за них, Шаламов передвигался. На кухню он старался не выходить, поэтому вся пища готовилась здесь же. Испытав на себе, что такое многолетнее чувство голода, Варлам Тихонович всегда старался купить как можно больше еды. Давал о себе знать комплекс голодного человека, лагерное наследие. Продукты засыхали, плесневели, гнили. Выбросить их не было сил. В 1954 году Варлам Шаламов начал работать над рассказами, составившими сборник «Колымские рассказы». Этот главный труд жизни Шаламова включает в себя 6 сборников рассказов и очерков. «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка» или «КР-2». Все рассказы имеют документальную основу, в них присутствует автор, либо под собственной фамилией, либо называемый Андреевым, Голубевым, Крестом. Несколько новелл из сборника впервые были напечатаны за рубежом. 23 февраля 1972 года в литературной газете было опубликовано его письмо, в котором он протестовал против публикации его рассказов за границей. Это заявление писателя было воспринято многими как отречение от своих принципов и идеалов. Как часто мы скоры на праведный суд и гнев? Но имеем ли мы на это право? Многие говорили, что ему было терять. Шаламову в 72-м году было 65 лет. 18 лет из них украли лагеря. Он был больным, стареющим человеком. Можем ли осуждать его за то, что он уже не хотел идти на конфронтацию с властью? 25 мая 1979 года Шаламов поступил в дом престарелых. Он снова ощутил себя заключенным. Вспомнились почти забытые лагерные привычки. «Все свое ношу с собой». Здесь, на новом месте, вспомнилось Варламу Тихоновичу это зэковское правило. На шею полотенце, как будто кто-то мог его украсть. Кусочки хлеба под матрац, как будто снова грозит голод. Здоровье Шаламова ухудшалось. Он почти ослеп, была нарушена речь. Для персонала Варлам Тихонович стал не очень удобным, трудным пациентом. В начале 1981 года была собрана комиссия, решающая вопрос, может ли Шаламов дальше содержаться в доме престарелых. На вопросы комиссии писатель не отвечал, игнорируя их. Но диагноз был поставлен – слабоумие. В середине января 1982 года Шаламова вывезли в интернат для психохроников. Очевидцы рассказывали, что Варлам сопротивлялся, но коляску с ним погрузили в выстуженный фургон машины и повезли через всю Москву. В интернате он впал в бессознательное состояние. Началась двухсторонняя пневмония. Последовал отек мозга. 16 января 1982 года Варлам Тихонович умер. Похоронен он на Кунцевском кладбище в Москве. Творчество Шаламова – истинный памятник мученикам Колымы, реквием по погибшим, яркое и точное свидетельство трагедии XX века. Сам прозаик говорил о себе: «Я летописец собственной души, не более. Я там, где боль, я там, где стон». Размышляя о природе русской литературы, Шаламов писал: «У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни.
Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы.